Это второй раз. Первый раз было вот тут. Здесь и крыша, и окна повыдевало, и гараж вот этот. А второй раз тут уже миномет. Вон весь все грязи, крыша разбита полностью. Окна вон все разбитые. Не переживай, мы живы. Вы теперь куда решили? Не знаем еще. Куда-нибудь подальше от этого дурдома. А Порошенку, блядь, привет, чтоб ты, сука, пидор, сдох. И чтоб твоих детей точно так же было, как мы вот это сидим. Хвали. Как можно жить дальше? Что он хочет вообще от нас? И где мне жить теперь? Все время, с утра. Как мы выходим, как стрелять начинаете, мы... Опускаемся. Опускаемся. Папа, ты идешь? А как часто? Часто, довольно часто. Практически весь день. Ненадолго поднимаемся в квартиру, чтобы поесть.